Сегодня для меня абсолютный день инсайтов, потому что, знакомясь с нашими гостями, я узнаю много нового. Артем Розин, компания Beluga Group. Привет, Артем, как дела? Привет, отлично, все круто. Расскажи про бизнес, в котором ты работаешь вообще. Я работаю в компании Beluga Group на позиции бренд-амбассадора. Да? То есть я занимаюсь, по сути, импортным портфелем наших брендов. Да? И очень важно донести до людей, что у Белуги есть не только замечательная, да, водка, ее настойки, которые она производит сама, но и великолепный импортный портфель. Это доминиканский ром Барселой, это испанский бренди Торрес, это рижский бальзам. Ребята, у нас есть рижский бальзам. Новый продукт, опять же, Амаро Монтенегро появился у нас буквально в прошлом году. В этом году мы уже представляем его на этой выставке. И еще очень много вкусных вещей. Да, и сегодня мы как раз-таки их представляем на нашем стенде. Я смотрю, что ты пришел со своим коктейлем. Я так понимаю, что коктейль сделан на базе тех продуктов, которые вы сегодня представляете. Да, друзья, выглядит и пахнет это очень ароматно, это круто. Как ты думаешь, как бренд-амбассадор, с чем связано то, что люди воспринимают Белугу исключительно как водку и не знают о том, что в портфеле достаточно большое количество самых разнообразных продуктов, в том числе и рижский бальзам? Сказать сложно, аудитория широкая. На самом деле, те, кто в индустрии работает, конечно же, это знают, да, но с каждым годом на этой выставке я убеждаюсь в том, что есть много людей, которые знают отдельные бренды, которые, не знаю, были в Доминикане, пили наш ром, были в Испании, пили наш бренди, да, но не знают, что это принадлежит именно то, что Beluga Group возит эти продукты в Россию. Насколько я знаю, это не первый год, когда вы участвуете в Метро-Экспо 2019, да? На моей памяти это третий год нашего участия. Не буду, так сказать, углубляться, может быть, участвовали и ранее, но лично я провожу эту выставку третий раз. Слушай, насколько ты можешь рекомендовать ее своим коллегам и оценить эффективность этой выставки? Одна, наверное, из лучших выставок индустрии, да, в области ритейла, в области хорики. И те, кто, собственно, находится в индустрии, да, для них это большое, блядь, образовательное, да, какой-то курс лекций. Плюс, если вы хотите узнать весь портфель разных поставщиков, пожалуйста, это вам опять же сюда. Если вы хотите узнать про продукты, сюда. Здесь, то есть, такой комплекс, не знаю, представленных брендов и компаний, ну, не, я такого не встречал нигде. То есть, да, то есть это очень широкая, большая выставка, и аудитория, то есть количество этой аудитории просто поражает. То есть мы сегодня, я не знаю, мы только вот отбились буквально от, наверное, первой волны, здесь ждем вторую. Это порядка, ну, не знаю, ну, 1000 человек в день буквально проходит на одном стенде, это 100%. Слушай, круто. И последний вопрос. Расскажи, из чего состоит твой коктейль? Это коктейль Dark and Stormy, соответственно, здесь есть ром и имбирный лимонад. Один из первых коктейлей в истории вообще, который был сделан с ромом. Dark and Stormy, это тьма и буря, да, это ром и имбирный лимонад. Здесь ром от Барсело, доминиканский ром Барсело и имбирный лимонад, который мы купили в Метро. Слушайте, ну, теперь вы знаете, где приобретать хорошие напитки, теперь вы знаете, как сделать самые лучшие коктейли. Артем, тебе спасибо. Я желаю, чтобы вы успешно пообщались со всей той волной, которая придет к вам на стенд спасибо в ближайший большое, час. Роман, да. Было приятно с вами пообщаться. Всем привет. Спасибо.